Всем привет! Сегодня мы приготовим вкусный и простой салат, рецепту которого уже очень много лет, но, по-моему, сейчас он немного незаслуженно забыт. Для салата я беру одну такую большую крупную морковь. Если у вас морковка средняя или мелкая, берите 2-3 штуки. Морковку натираю на крупной терке. Также для салата нам понадобится 2 луковицы среднего размера. Лук нарезаю достаточно мелко. Дальше я хорошенько разогреваю на плите сковородку, добавляю в нее пару столовых ложек растительного масла, отправляю на сковородку измельченные овощи. Овощи я обжаривала совсем недолго, буквально минутку-две, так, чтобы они просто обмякли по консистенции и по вкусу стали нежнее. Пассированные овощи отправляю остывать. Тем временем я порежу другие продукты. Нам понадобятся огурчики соленые, либо маринованные. 4-5 штук. Их порежем небольшими, удобными кусочками. Также в салат я буду добавлять 3 отварных яйца. Яйца порежу небольшими кусочками. Яйца и огурцы отправляются в салат. Дальше я порежу в салат 2 отварных куриных бедра. В сыром виде они весили 380 граммов. Также в салат я добавляю зелень петрушки, пару веточек, которые я порежу мелко. И последний ингредиент – это чеснок, 1-2 зубчика. У меня мелкий, поэтому я добавляю 2. Осталось этот салатик посолить по вкусу и заправить. Заправки много не понадобится, так как лук и морковка у нас уже содержат растительное масло. Можно добавить еще немного растительного масла, можно добавить, как я, майонез, можно добавить немного того, немного другого. Если хотите добавить натуральный домашний майонез, я оставлю внизу под видео 2 ссылки на рецепты майонеза без яиц. Один на молоке, другой на жидкости от горошка. Готовятся они просто, буквально за минутку. Мой вкусный салат готов. Если он понравился и вам, готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите комментарии или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Я вам желаю бодрости, отличного самочувствия, хорошего настроения и увидимся в следующем видео с интересным и вкусным рецептом.